Центра короткометражного кино «Мотор» в том, чтобы молодые талантливые кинематографисты могли показать свои фильмы на большом экране для своих друзей, родных, близких, для любого зрителя и пообщаться с ними. Собственно, welcome в зал. Привет, меня зовут Василий, я друг Центра короткометражного кино. Я скажу, что «Мотор» — это просто kick-ass. Эти ребята сделали показы независимого кино, не продюсерского, не проплаченного, а того, который может сделать любой, можем сделать мы с вами, то кино, которое несет настоящие эмоции, настоящие чувства, при этом обладает всеми признаками профессионального кинематографического произведения. Не в первый и, надеюсь, не в последний раз здесь, с любовью к «Мотору». Я очень благодарна организаторам мероприятия «Свободный показ», потому что они проводят одно из тех немногих мероприятий, где начинающие кинорежиссеры могут показать свое творчество и узнать больше о творчестве своих коллег. Это действительно очень полезное, познавательное и вместе с тем очень веселое мероприятие. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья и неискушенные зрители. Я как киновед и как человек, который находится в киноиндустрии уже более 10 лет, пришел в Центр короткометражного кино «Мотор» на очередной показ. И здесь я чувствую себя, как в моем шикарном сне, как в сказке. И показывают мои любимые фильмы, которые я обязательно пересмотрю потом, потому что они уже становятся любимыми для меня. И это благодаря талантливым режиссерам, молодым, которые есть представлены. «Мотор» обескураживает своей атмосферой, конечно же, гостеприимством и радушием. Поэтому всем рекомендую сюда приходить и здесь оставаться.